Здравствуйте, вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шара и сегодня в выпуске. Вывезли 11 тысяч тонн снега и зарасходовали 100 тонн реагентов. В Самаре состоялся городской воскресник. Круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана. Самарская ракета вывела в космос спутник для наблюдения за климатом Арктики. Вопреки невозможному, в Самаре открылась выставка нерукотворных икон Григория Журавлева. В заключительный день зимы в Самаре прошел воскресник. Городские коммунальные службы направили все свои усилия на очистку города от снега и наледи. Во всех районах города организовали работу управляющих компаний ТСЖ, ЖСК и подрядных организаций. Контролировала работу в районах города глава Самары Елена Лапушкина. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Людмила Решетова выходит на работу еще до рассвета и заботится о комфорте и безопасности самарцев. Вот уже почти 10 лет она трудится дворником. Снег тяжелый был, было очень тяжело. Стараюсь работать так, чтобы и самой не стыдно было. Слава богу, даже спасибо говорят. Чтобы привести город в порядок, к первому дню весны и к началу новой рабочей недели убирать улицы и дворы с 6 утра вышло более 2000 дворников и рекордное количество техники – 505 единиц. Ресурсы увеличили примерно на 30%. Ход уборки вместе с главами внутри городских районов проконтролировала глава Самары Елена Лапушкина. Во многих дворах уборочная техника сталкивается с главной проблемой. Владельцы машин не переставляют свои автомобили. Для того, чтобы предупредить самарцев об уборке, многие УК и ТСЖ заранее повесили на подъездах объявления. Входные группы и тротуары, прилегающие к входным группам, управляющими компаниями отработаны до асфальта, посыпанные противогололедным материалом. Есть замечания по проездам. Наряду с управляющими компаниями, которые добросовестно подходят к работе, остаются и те, кто не хотят выполнять свои обязанности. Откровенное нарушение интересов жителей – это, конечно, неправильно. А жители как настроены? К сожалению, жители эту компанию выбрали и, в общем-то, не настроены переизбирать ее. Это дома, которые раньше обслуживала компания ЖКС. И, в общем-то, конечно, по сравнению с ЖКС Мичуринской хотя бы внутри домов что-то делает, но... К сожалению, вот такое вот отношение к территории. А кто чистит все-таки эту территорию? Ну, когда ситуация заходит в тупик, чистим силами администрации. Проверил ход уборки в районах также и первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Основная задача по УДС стоит, это площадки, посадочные площадки, это тротуары в этом вопросе, потому что улично-дорожная сеть практически, да, она по борту подбит снег, она в проезжем части до асфальта, но нужно расширять. На уборку в это воскресенье вышла почти вся техника из автопарков коммунальных организаций. При необходимости коммунальщики были готовы задержать смену. У нас в любом случае дежурный круглосуточный, то есть постоянно смотрим, если у нас есть нужда в выходе техники, выходим. Особое внимание уделили социальным объектам. Расчищали подъезды к детским садам, школам и больницам. Следили также, чтобы расчищали подходы к подъездам и обрабатывали антигололедным веществом. Люди, когда пойдут на работу, это в основном, ну, в среднем, да, 8 часов утра, конечно, к этому времени совершенно точно должны быть расчищены тротуары и выходы из подъездов. Проверить качество уборки выехал также министр энергетики ЖКХ Самарской области. С своей стороны, хочу сказать, что Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области будет продолжать мониторинг и работу с управляющими компаниями, с ТСЖ для более оперативного реагирования на жалобы жителей, для более качественного предоставления услуг жилищно-коммунального хозяйства. Плюсы и минусы работы управляющих компаний ТСЖ и ЖСК оценивали и сотрудники областной госжилинспекции. Фиксируются фото непосредственно, например, неочищенные козырьки, да, неочищенная кровля от снега на льде, отсутствие уборки придомовой территории, то есть она не посыпана реагентами. То есть вот эти вещи фиксируются, составляется соответствующий акт. И в отношении управляющих организаций, как у управляющих компаний, так и ТСЖ, в случае подтверждения данных обстоятельств, что не убрана территория, к примеру, будут приняты меры административного воздействия. Для управляющих компаний это достаточно значительный штраф до 350 тысяч.
О проведении воскресника все управляющие компании были оповещены заранее. Большинство выявили технику и дворников, подвела итог глава Самары Елена Лапушкина. Безусловно, есть управляющие компании, которые не откликнулись на призыв и свои обязанности не выполняют. С ними работают внутригородские районы в рамках жилищной инспекции, с ними работают инспектора ГЖИ, и эти сведения будут в дальнейшем передаваться в том числе и в прокуратуру. Воскресник прошел во всем городе. С дорог, тротуаров, остановок, общественных пространств на полигоны вывезли около 11 тысяч тонн снега. Израсходовали порядка 100 тонн специального антигололедного вещества. Светлана Кудрявцева, Мария Левина, Константин Головин, Николай Сидоров. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 48 807 человек. Такие данные 1 марта опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 260 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписался 45 001 пациент. В Самарской области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. В регионе привито уже более 100 тысяч человек. В первую очередь прививают учителей, врачей, соцработников, а также лиц с хроническими заболеваниями. Слово мэрии Ялчан. Арсентий Дмитриев 41-го года рождения. 35 лет мужчина проработал в гражданской авиации. Сейчас он на пенсии. Заботясь о своем здоровье, Арсентий Арсентьевич решил вакцинироваться и тем самым сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции. Есть необходимость в том, чтобы предотвратить всякие нюансы по заражению этой опасной болезнью. Сейчас вся страна делает. Никто не боится, а я не боюсь. В первую очередь в регионе прививают людей из групп риска – медицинских и социальных работников, педагогов, лиц с хроническими заболеваниями, старшее поколение. Также вакцинацию необходимо пройти тем, кто по роду деятельности связан с общением с большим количеством людей и высокой вероятностью заражения. Мы осуществляем разведение потоков пациентов, те, кто пришел на вакцинацию, те, кто пришел просто посетить поликлинику с той или иной целью. Перед вакцинацией человек осматривается врачом и по времени заранее указанному человек проходит вакцинацию. В регионе привито уже более 100 тысяч человек. Из них завершили вакцинацию почти 40 тысяч. Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. Заявку на прививку от коронавируса можно оставить по телефону горячей линии 122, а также на портале госуслуг. Мэри Елчан, события. В Самаре продолжают жестко контролировать соблюдение масочного режима в общественном транспорте. В рейд выходят не только контролеры, но и полицейские и представители городской власти. Подробности у Сергея Кизоркина. Контролеры общественного транспорта выявляют не только безбилетников, но и безмасочников. Иногда среди пассажиров-нарушителей встречаются настолько агрессивные личности, что приходится вызывать подкрепление, чтобы вывести хулигана на улицу и составить протокол об административном правонарушении. Пассажиры ведут себя крайне неадекватно. Они могут себе позволить и оскорблять, и как-то унижать, но мы это не воспринимаем. Мы ведем с ними беседу корректно, стараемся не ругаться, как бы, чтобы все было в рамках дозволенного. При моей практике было такое, что один человек вызвали дополнительный наряд полиции, чтобы его, как в простонародье говорят, скрутить и вывести, соответственно. Вот. Тогда на человека составляется два протокола. Сегодня таких конфликтов не было. Большинство горожан с пониманием относятся к масочному режиму в общественном транспорте. Ну, считаю, что нужно носить маски в общественном транспорте, потому что очень близкий контакт и все может случиться. Кого проверяющие застали врасплох, поспешили достать маски и надеть. В одном из автобусов пассажир отдал все свои запасы средств защиты органов дыхания попутчикам. Всем важно быстрее добраться до места назначения и не опоздать на работу из-за недисциплинированных горожан. Проверки масочного режима в транспорте проходят регулярно. Только в этом году состоялось 172 рейда. Проверили более 2500 единиц наземного общественного транспорта. В отношении 83 нарушителей составили протоколы. Почти 600 пассажиров по своей вине не доехали до пункта назначения и пошли пешком. Всего же с начала сентября прошлого года, когда меры в общественном транспорте усилили, организовано 552 рейда, оформлено 227 административных материалов. Соблюдение масочного режима регулируется постановлением губернатора, регулируется рекомендациями Роспотребнадзора. Это очень важная мера предотвращения распространения коронавирусной инфекции, ношения масок в общественных местах.
Если пассажиры категорически отказываются надевать маски, то протоколы в отношении нарушителей направляются в суды. По каждому случаю, с учетом всех обстоятельств, принимаются решения вплоть до штрафов в 30 тысяч рублей. В последнее время количество рейдов в городском пассажирском транспорте увеличилось. На прошлой неделе за один день проверили 68 единиц подвижного состава, курсирующего по 14 маршрутам. Мониторинг будет продолжаться непрерывно до особых распоряжений штаба по борьбе с коронавирусом. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Перечень госуслуг, которые можно получить без прописки, расширили еще на 6 позиций. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Теперь граждане, независимо от того, где прописаны, смогут обращаться за справками об инвалидности и выписками из государственной информационной системы социального обеспечения. Также у них теперь будет возможность обратиться в пенсионный фонд для корректировки сведений на лицевом счете и подать заявление на парковку в специальных местах для водителей-инвалидов. Кроме того, юридические лица теперь могут запрашивать у территориальных управлений Ростехнадзора аттестацию по вопросам промышленной безопасности, а также обращаться в подразделение Ространснадзора за разрешениями на международную перевозку опасных грузов. Впереди вас ждут новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Что важного ожидает самарцев с наступлением первого дня весны? С сегодняшнего дня вступает в силу целый ряд нововведений. Например, прекращается беззаявительная выдача пособий на детей. Сейчас расскажу обо всем подробнее. В ближайшие 2 года на ремонт, реконструкцию и строительство российских дорог направят 100 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Деньги поступят в 69 регионов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 27 миллиардов пойдет на ремонт дорог в 58 регионах. Оставшуюся часть средств направят на строительство и реконструкцию конкретных объектов. В России с 1 марта отменяют ряд льгот и мер поддержки, которые были введены в связи с пандемией коронавируса. Например, не будет действовать больше упрощенный порядок регистрации безработных. Банки и другие финансовые учреждения могут отказывать в предоставлении кредитных каникул и могут начислять пени за просрочку оплаты кредитов. Прекращается беззаявительная выдача пособий на детей до 3 лет в семьях со среднедушевым доходом ниже 2 прожиточных минимумов. Процедуру упрощают из-за пандемии. Но теперь родителям, ребенку которых исполнится год, чтобы продлить льготу, придется собрать и лично подать все необходимые для начисления соцвыплат документы. Также нужно поступить при достижении ребенком 2-летнего возраста. Кроме того, необходимо информировать органы соцзащиты и пенсионный фонд о смене места жительства и обстоятельствах, которые влекут прекращение выплат. По закону переоформлять пособие на детей до 3 лет следует ежегодно, то есть после каждого дня рождения ребенка. В марте в силу вступают поправки в закон о защите персональных данных, с помощью которых пользователям станет проще контролировать информацию о себе. Поправки коснутся личной информации, которую человек оставляет во время использования различных онлайн-платформ, сервисов, магазинов и так далее. Теперь клиент сам будет выбирать, какие именно данные он разрешит использовать публично. Всю остальную информацию о пользователе нельзя распространять по умолчанию. Так, компаниям, использующим личные данные людей, придется доказывать законность их получения, а любой человек получит право требовать от любого оператора персональных данных удалить сведения о себе из общего доступа, и никаких дополнительных условий для этого не потребуется. В марте вводится уголовная ответственность для физических лиц, которые скрывают статус иностранных агентов. Эту новость нам прокомментировал наш постоянный эксперт, адвокат Дмитрий Самигулин. И речь идет об иностранных агентах, тех лицах, которые занимаются политической деятельностью в той или иной форме и которые получают иностранное финансирование. У нас, собственно, закон об иностранных агентах, ну, в упрощенном виде, он действует давно, но вот шаг за шагом государство ужесточает деятельность и регламентирует деятельность вот этих так называемых иностранных агентов. И вот появилась уголовная статья, которая предусматривает, что в определенных случаях при злостном нарушении иностранными агентами своих обязанностей, обязанности по внесению сведений в реестр при Минюсте, обязанности по упоминанию себя как иностранный агент при публикациях в СМИ, это может привести в том числе к, там, к уголовной ответственности, но при этом следует упомянуть, что в частности и СМИ,
которые публикуют информацию от иностранных агентов, также могут пострадать, и они могут быть привлечены к административной ответственности. Так что вот эта тема, она для государства очень такая, знаете, чувствительная. Официальный курс доллара на 2 марта – 74 рубля и 4 копейки. Доллар потерял 39 копеек. Евро – 89 рублей 45 копеек. Европейская валюта снизилась на 93 копейки. Нефть марки Brent – 66 долларов ровно. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Ракета «Союз-2-1Б» с первым спутником для мониторинга климата Арктики стартовала накануне с Байконура. Спутник оборудован двумя многозональными сканирующими устройствами, которые будут делать изображение облачности и поверхности Земли в видимом и инфракрасном диапазонах. Кроме того, на спутнике установлен комплекс для контроля и прогноза вспышек на Солнце и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве. Ракета-носитель «Союз-2-1Б» создана на самарском заводе «Прогресс» и является модификацией «Союза-2». Но по сравнению с вариантом 1А имеет двигатель с повышенными энергетическими характеристиками на третьей ступени. У «Союза-2-1Б» по отношению к предыдущей версии выше точность выведения, устойчивость и управляемость, увеличена масса полезной нагрузки. У сказки появился дом. Старейший театр России, Самарский театр кукол, переехал в новое здание после реставрации. Теперь в распоряжении маленьких зрителей два зала, большой и малый, а также творческие площадки. Открыли новую сцену «Золотым ключиком». В детство погрузилась Мария Левина. Сказка на пороге. Старейший театр России открыл двери после реставрации. В следующем году Самарскому театру кукол исполнится 90 лет. За годы работы сыграли свыше 50 тысяч спектаклей. Менялись поколения актеров и режиссеров, но осталась добрая театральная традиция, легенды о которой ходят не только в России, но и за рубежом. Реставрационные работы велись 6 лет. Я очень долго работаю в театре, и сколько я работаю, мы всегда жили в ожидании вот этого чуда, в ожидании нового здания. И, конечно, сегодня для нас большой праздник, потому что это свершилось. Кукольный театр разместился в историческом здании Самары, где ранее находился известный ресторан «Аквариум». Стены дореволюционной постройки повидали немало. Здесь размещались и Советский комитет, и пионерская дружина, и рабочий клуб. В 1970-м здание впервые отреставрировали и приспособили под театр юного зрителя. Сегодня, спустя полвека, театр оснащен по последнему слову техники – современное звуковое и световое оборудование. Кроме этого, одна из самых передовых сцен в России. Театр кукол – это же всегда чудо. А чтобы создавать чудо, нужны технические возможности. Вот у нас на этой сцене есть 20 штанкетов, 2 люк-провала, которые позволяют артистам просто пропадать и появляться неожиданно для публики. Театр – это доступное место. Здесь сделали все для удобства ребят с инвалидностью. Пандусы, подъемник, специальная гардеробная и отдельный санузел, лифт и специальные места в каждом из залов. То, что сделали для детей, действительно красиво, все чистенько, аккуратненько. Детям здесь, безусловно, нравится. Новую сцену открыли «Золотым ключиком». Губернатор Дмитрий Азаров вручил коллективу сувенирный ключ. У каждого человека бывают такие ощущения, во всяком случае, детского праздника. Вот сегодня такие ощущения есть у меня. Сказку нам, конечно, подарили, и сказку подарили всему коллективу театра. И хочу еще отметить, что это здание для нас историческое. Театр кукол возник в этом здании в 1932 году. Мы должны оправдывать возложенную на нас миссию, а мы должны ставить новые замечательные спектакли, мы должны радовать зрителей наших. Выбор спектакля не случайен, ведь по сюжету главные герои обретают новый дом, свой театр, в котором смогут рассказать зрителям удивительные сказки, наполненные добром, любовью и светом. Мария Левина, «События». Вопреки невозможному, в Самаре открылась мультимедийная выставка нерукотворных икон Григория Журавлева. В экспозиции 30 цифровых изображений. Григорий Журавлев – один из самых удивительных художников в мире. Прославился тем, что, не имея рук, держал кисть в зубах и создавал полотна по библейским мотивам. На открытии уникальной экспозиции побывала Ольга Павлова и готова поделиться подробностями. «Это просто удивительно», – перешептываются зрители и поражаются таланту и неиссякаемой силе воли известного живописца Григория Журавлева. Цифровые изображения икон художника собирались в формат мультимедиа почти полгода. Центральным экспонатом стала купольная проекция. Технически она выполнена в стиле медленно вращающихся картин. Это вот
из роли какой-то сказки. Да, это вот человек, который совершал такие героические, можно сказать, поступки, который нес вот это вот искусство и показывал своим примером и односельчанам, и другим людям, насколько можно без рук, без ног творить такие произведения искусства. И это очень яркий пример того, что человек никогда в самых тяжелых ситуациях не должен терять надежду. Когда человек хочет жить и хочет принести какую-то пользу Богу и людям, Господь даст ему силы, Господь даст ему благодать и обязательно ему поможет во всех его жизненных трудах. Один из самых удивительных художников в мире, уроженец села Утевка Григорий Журавлев, прославился тем, что не имея рук, держал кисть в зубах и создавал полотна по библейским мотивам. Свои иконы он дарил представителям царской семьи, будущему императору Николаю II и самому Александру III в честь чудесного спасения его семьи при крушении поезда. В этом году в память о великом иконописце в селе Утевка Нефтегорского района губернии начнется реставрация храма Святая Троица. Идею поддержали депутат Государственной думы Александр Хинштейн и Министерство культуры Самарской области. Объект включен в партийный проект исторической памяти. За счет средств федерального бюджета будет отреставрирован в том числе и внутреннее убранство, в том числе восстановление икон, которыми расписаны своды храма. Около 30 работ Григория Журавлева хранятся сейчас в собраниях целого ряда музеев. Среди них Государственный Эрмитаж и Самарский историко-краеведческий музей имени Алабина. С творчеством самарского живописца могут познакомиться и гости мультимедийных парков России «Моя история», расположенных более чем в 10 городах России, в том числе и в Самаре. Выставка будет работать до 28 марта. Ольга Павлова, Максим Гусев. События. К первому дню весны аналитики Яндекса выяснили, что пользователи интернета чаще всего спрашивают об этом времени года в поисковике. Оказалось, что больше всего запросов о том, когда наступят весенние каникулы у школьников, когда начнется весенняя серия игр «Что, где, когда». Какого числа наступит день весеннего равноденствия, как нарисовать весенний пейзаж и когда начнется весенний призыв в армию. Среди самых популярных весенних фильмов «Весна на Заречной улице», который по запросам обгоняет 17 мгновений весны. И в тройке популярных также «Три дня до весны». Выясняют в интернете, когда прилетят скворцы и грачи, когда проснутся медведи, появятся первые ласточки и клещи. Популярны запросы и про садовые работы. Например, пользователи спрашивают, чем подкормить клубнику для хорошего урожая, когда сажать лук-севок в открытый грунт и почему желтеет чеснок. Самарские профессиональные команды синхронно порадовали своих болельщиков, победив в матчах с принципиальными конкурентами. Баскетболисты Самары упрочили лидерство в Суперлиге, а «Крылья Советов» возглавили таблицу футбольной национальной лиги. Подробнее расскажем в рубрике «Новости спорта». Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите «Самарские новости спорта». В минувшие выходные возобновилось первенство России по футболу. «Крылья Советов» в первом матче после перерыва играли в гостях с лидером турнира Нижним Новгородом. В первом тайме хозяева были ближе к голу. Несколько раз нижегородцы убегали в быстрой атаке, но так не смогли их реализовать. Во второй половине самарцы прибрали инициативу к своим рукам. И свое преимущество смогли воплотить в забитый мяч. На 77-й минуте Роман Ежов красивым ударом замкнул передачу Антона Зиньковского. Минимальная победа 1-0 позволила «Крыльям» опередить Нижний Новгород в таблице и занять первую строчку. На первом же месте, но уже в баскетбольной суперлиге, тоже самарская команда. Закрепиться на лидирующей позиции Самаре помогла тяжелая домашняя победа над ближайшим преследователем – «Уралмашем» из Екатеринбурга. Самарцы начали матч с 1-8, первые очки с игры набрав лишь на 5-й минуте. Гости же забивали уверенно и довели разницу до минус 13. После чего самарцы организовали небольшую погоню и сократили разницу до минус 4. Однако к середине второй четверти заводчане восстановили двузначное преимущество. А к большому перерыву его планомерно увеличивали – 21-38. Долгое время Самара никак не могла переломить игру. Сократить отрыв не удавалось, и на последний игровой отрезок волжане уходили, сильно отставая в счете. В середине четвертого периода капитан Самары Антон Глазунов повел команду за собой. Сначала он набрал 8 очков подряд, а затем попал 3 трехочковых подряд. За 2 минуты до финальной сирены Самара впервые повела в счете – 69-66. Поймав кураж, самарцы буквально додавили соперника, удержав преимущество до сирены. 75-72. Волевая победа Самары. На этом все. Больших побед вам. Удачи! На этом наш выпуск завершен. Заходите на наш сайт Самара.Гиз, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи!